Я, блядь, 6x почти всегда в минимальном зуме использую. 6x в минимальном зуме намного удобнее, чем 8x. Во-первых, так скопишься быстрее, а во-вторых, как бы... меньше места занимает прицел. Риски вот эти, прочих хуета. Челик СЛР. Самолет. Через стенку прострелит. Я думаю, что помолек. А вопрос можно такой? Какого хуя она столько патронов выдержала с калаша? Это вообще нормально? Она вообще не ломается, походу. Лол. Двери в туалет почти все ломаются. Это единственный, наверное, дом, которым он не ломается. Блин. Ты пешком, что ли? Да, чё, я чё, лох, что ли? На машине ещё есть. Капец, это вообще жестко. Даже на стенках ничего не осталось, она не простреливается. Это странно. Потому что я всегда прошивал двери. Это понятно. Это пробаганная хуйня какая-то. Бегу по краю красной зоны. Если убьет, значит я максимально убит. Как говорят великие люди, красная зона умирает только пидоров. МК, он не успел договориться. Чисто. Да. Машина на 140 около деревьев, ебать. Просто шла наебала. Деревня новичков, чё? Деревня новичков, чисто. А, понял. Сложный мем, ас. Смешно. Блять, начнется, блять, починки гейминг, ебать. Проверяй, блять. Главное слово гей здесь. Идем. Корякер. Начнем с твоей мамки, полный балл. Тут баги перевернутые или не перевернутые? А, это не баги. Нет, вообще. Я колесо пробил. Вообще не баги, лол. Баги. Тут вон мотоцикл стоит, ебать. Баги там должен стоять. Ну иди нахуй, короче. Там мотоцикл был трехколесный. Там типа нокнули. Баги. Вот соскочите быстрей. Пока не подняли. Да, 95. Я не могу. Да бля, не попадай, надо выше брать. О, тут уазик. Попал. Тут тут уазик. Не знаю. Там чел, видишь? Вижу. Ой. Дальний лоу хп убегает, который... под деревом. Убежал с лоу хп челобас. Дерево. Дим под деревом. Второго я видел, да. Бля, будет обидно, если сзади придет, потому что уазик не дефолтный. Откуда? Из-под дерева. Понял. Чудило, вон тиммейт. Ой,
Я не мог не попасть. Я не помню, как сам 24 на дальние стрелять. Ебать мыло. Откуда по мне стреляли? Вижу. Вы чё, охуели, блядь? Зона. Не типа. Левее откуда-то. Причем не один. Да, левее. Бля, из-под дерева хуйло пикает. Нам в зону надо идти как-то. Склад есть. Да. Они берем? Убегают. Валим отсюда. Сейчас я бустанусь, возьму его. Бензина на полхат. Ну блять, на копеечку. Только до зоны доехать. Только не перевернись, пожалуйста. А вон багги стоит. Во. Вот это то, что надо было. А давай. Тут бинс хотя бы есть. Да. Минус два колеса, в школе расскажете, да? Да, это я их, блядь, дебил. В школе расскажешь, смотри, ебать. Надо разные колеса, блядь, пробивать даун. Такой скорости не точно круто. В школе расскажешь. Поворачивай. Как раз сейчас запоедешь на спорте. Тебе стреляют. Не по мне. Почему? Это рикошет от снаряда просто. Ну не речь, падают рядом. Нет, не по мне летел. Вижу, типа, передо мной. Что? Он с первым шлемом, первый тип. На Е около меня бегает. Хитанул. Я бегу. Где тут дурик? Он с миником из чё? С первым шлемом. Спасибо за информацию. Ты? Да, эдем и дал. Я хочу поближе подойти. Вижу его. Он мне поход тоже. Бля. Сколько? Передо мной на камне. У нас 85 от меня. Так, ладно. Из дома, из казармы стреляют двое. Тут еще где-то тиммейт его. Два хита отдал. Тут тиммейт его, алло, дядя. Я понимаю. Он за камнем, да? Не ебу, он внизу, походу. Вижу. Ну, точнее, я вижу типа, которого нокнул, он не сползет. Вижу тиммейт. Бил, да? Убил обоих. Я бустуюсь. Вырубил одного в казарме. Я бустуюсь. Нам сейчас пушить надо будет. Эти дауны оттуда, кстати, бы не выбрались, они вниз упали. Ебланы, блядь. Бля, по-моему, казармы хуёво позиция. У нас есть лучшая позиция на данный момент. Тебе не кажется? Вижу типов двоих. Вижу. Второй за деревом. Тонул одного. Это те дурики, которых мы не убили.
пидарас, блядь. Они стреляют с казаки. Хорошо. Один пусть... пробежал к этим. Второй до сих пор за деревом? Контейнером. Второй, да, вроде. Вижу, у него там снопа какая-то, его убили. Второй за контейнером. Я понимаю. Я пытаюсь типов увидеть, которые по ним стреляли. Им-то тоже перебить. У нас лучшая позиция. У нас лучшая позиция. Не в казарме, еще другие типы. У нас лучшая позиция, если никто не ползет в спине. Сейчас челики в казарму побегут. Смотрю. Вижу. Второе здание. Я вижу. Йос. Второй в окне. Второй скоро выйдет. Блядь. Боюсь, что сзади кто-то есть. У меня патроны начинают кончаться. Да, машина. Машина есть. Хитанул. Они валим мне вниз, по-моему. Мы не в зоне, кстати. Тип в казармах сейчас сдохнет. Блять, нам надо в зону. Я понимаю, но как это сделать? Лежать? Ну а размен сапать, спать. Глушитель работает. Шаг. Нам надо камень занимать, типа смотреть как. Казарме, казарме. Уже я не уверен в этом. Чего сидим здесь? Блин, в казарме не может так долго челик сидеть, зона долбит же. Ну да. Логично, просто поле тут это может ползать. Или вот под тем камнем быть. Я чекировал. Ну двое вроде точно внизу. Тут просто где-то еще ползучие твари где-то в поле. Вижу! Дерево! 350! Где? Убил. Контри меня, я хилюсь. Сейчас дымы есть? Включена? Да, включена. Дымы. Нет. АВМ. Это точно АВМ. Хуёво, чё. Там челики в домах на 115, скорее всего. Дымы? Сейчас выбегут, Олег. 115, смотри. Смотрю. Промежуток есть между дымами. Пропал. Бля, я боюсь, что сзади типа до сих пор есть. Нет, сзади уже точно нет. ХЕшки видел, откуда кидают? Да, из-под дерева. Да мы еще дали. Вижу, лежит в поле. Хитанул. Вижу, да. Бля, по-моему, это маскалат лежит. Человек даже не вылезет прочекать, откуда стреляют, серьезно? Мы в зоне. Они тоже. Хило. Пусты есть? Да. Дай один хотя бы. У меня ноль просто. Самое время. Да. Я убил под деревом. Один под деревом на 130. Под деревом убил, да. Где-то подо мной один должен быть. Сейчас гляну, прокину. Где-то должен ползать еще один. Блять, надо третий шлем с этого дауна. Он убил того типа или нет? С которым стрелялся. Не вижу. Я тоже не вижу, блять, откуда-то за дерево. Лежит, хуй, лежит. Вижу. Два на два? Last low ground остались. С нами. Сейчас я шлем заберу с этого дауна, коцанный третий. Патроны еще есть. АЕшки есть, все.
Все, что надо, есть, в принципе. Аптека с бустами. Ну, где чё? Они? Под нами. По-любому. Под нами? Нами? Да. Ну где им еще быть? Одного нокнул. Обоих нокнул. Зону убил. Значит, одного нокнул, другого зону убил. Чуть легчайший пиздец. Они с третьим броником были, лул. Хорошо. А, это те типы, которые на машине сюда упали. Да. Помнишь? Да, он реально. Изика. Сколько тебе килов? 6. Хуйня какая-то изичная была. Да, а чё нет? Такая у меня двухколёсная, anyway. Чтоб не обидеть обоих, Рафан ебало. Сам блин. Да. Think about it. Вилмаг быстрого доступа нужен, именно быстрого доступа у Вилмаг. Не отказался. Забирал. Не со мной. Патроны на М-ку беру. Ложе. Я ложку все еще ношу. А зона-то близко? О, зона близко. Ну такое. Близко, конечно. Ну, знаешь, это лучше, чем она прокнет вот сюда. Вот. Пацаны, хотите порофлить? У меня 7 дымов. О, у меня 5. А, нет, 6. На 2 дыма, Юрец, забери, а то места нет. У меня нет места. У меня тоже нет. О, заебись. Да, блядь, запрыгни, сука. Да, блядь. Тебе 6х нужен, Олег? Да не, мне 4х хватит, в принципе. Может, лучше 6х? Ну, бля, если есть, давай, на. На. Забирайте 4х ваши саны. Бежим. Я разведывать обстановку. Я разведчик. То есть свалить зону. Ну, в принципе, одно и то же. Надеюсь, я не сдохну на первом же кочке. Если что, мы тебя поднимем. Не уверен. Я могу насмерть умереть, если хотите. Умереть насмерть? Умереть. О, там машина. Машина едет. Блять, страшно. Тут в ближайшем доме типы. Я в сейф. В ближайшем доме типы. В ближайшем доме, который вы бежите. Рили? О, я да, знаю. По мне стреляли, блять. Я чё, рофлю, что ли? Рофлю. А там еще машина проехала. А, вижу. Мирада. Они съебывают. Он один. Плохо прицелился, сорян. Мог его закрывать. Юра, я, если что, я тебя заберу. Блин, уже 37 человек, первая зона тут. Народ, я пошел в зону занимать позицию. Берите машину и едьте. Юра, могу... садись. Я... Ой-ой. Я понял, я разворачиваюсь. Не надо, не надо. Тебя добьют? Окей, не разворачиваюсь. Вылезай быстрее. Дым дайте под него. Не надо, я все верно. Ну поднимаешь ты, ёпты. Может сзади прилететь народ, я как бы просто предупредил. Я, короче, вместо мотоцикла машину сейчас возьму, потому что у меня мотоцикл коцанный вкал. Патроны на калаш забрал. 2х нашел этот. Да, Миша. Сел? Тебе нужен 2х? 2х нет. Окей, выкидывай. Мне нужен, мне нужен. Бля, забрал. А, ладно, забирай. Забрал, забрал. Ноль вопросов. Я пока Каберию полутаю, пока вы там едете. Потому что как бы машина рядом. Народ, ложу забрали, да, там кто-то? Ложку есть. Давай, я тогда беру 3х. Его не 3х, блять, этот. 416, я заговорился, извините. С нами или на машине? Я машину эту возьму, поебать. Теперь вы разведчики, получается. Вы умрете раньше, чем я. Короче, Юр, едем вот так вот. И
О, кстати, прикольное место. Мне вот это нравится. А, там? Что, засада, что ли? Дороги рушены. Может, бензин кончился. Труп был рядом. Около машины. Его, скорее всего, высадили просто, когда он ехал. Бля, жалко Сан-Мартин порезали, на самом деле. Жалко, город прикольный был. Там баги можно взять, если что. Я вижу. На это прикал вроде еще хватает до зомби. На чем? Высади меня перед машиной. О, мы что, киберспортсмены, что ли? Да. Народ, а че вы тачку пропустили? Если ты хочешь, чтобы тебе перед машиной высадили, тут просто тачка была. Почти с фуловым топливом, кстати. Я Мираду забрал. Миша, поехал в Мираду, не по асфальту. Ты там просто на кочку на одну заедешь, а потом не выйдешь, потому что на двух кочках застрянешь. Это просто классическая Мирада. Бля, мотик был фуловый, я проебал. Еще одна Мирада. Вау! Можно сюда. Народ, а это что, новые дома? Нет, они давно здесь. Вау, я не видел ни разу. Они там залутаны? Нет. Ну, вроде нет. Типа я не смотрел еще особо. Но они не открыты. Да-да, вроде даже не залутаны. Ну, хотя кто будет УЗИК с дробовиком брать? В начале катки это самое то. С двухстволкой. Ой, с обрезом, точнее, извиняюсь. У вас есть энергетик? Да, есть. На болик поменяю. У меня просто всего один, правда, но не суть. Мне потому что надо отхилиться на энергетике, а не на болике. Слишком мало хп потерял. Райская воротка есть. 8 дымов, пацаны, надо кому? Лайт грип надо. Кто с СКС? Что лучше? Я с СКС. Лайт грип лучшее оружие. Ой, давай, рукоятка. А, оружие, блять, найс даун. Засекалка нужна кому? А, мне нужна, я не буду с этой хуйней гонять. А, и дай мне эту... Уменьшенная у меня есть, я не хочу. Да, дай мне ложу. Миш. Давай. А, или ты М-ку будешь брать? Я М-ку буду брать. А, ну тогда забирай ложу. Чё? Вот это тебе на. Вот это я заберу. Вот это я ебану. Вот это тебе на. На. Забирай. Я добегу до тебя. Ты... Мне уже два молота. Ну хорошо, добивать типов. Только по нам через стену залетел, но это не ебет, как бы да. Угу. Кстати, как думаете, на мотике можно на эту стену залететь? Вот эту гигантскую, блять, поеботу. Я думаю, там невидимо текстуру просто ёбнут и все. Нужен глушитель кому? Давай, я НСКС заберу. Ой-ой-ой, не-не-не, извините, я ошибся, извините. Знаешь, почему я ошибся? Потому что мне коряк, я забыл. А-а-а. Юрец там 2х хотел вроде, да? Не, у него был типа 2х. Кому 2х нужно? Мне 2х нужен. Да. Ладно, все, я могу 4х отдать. Мне не нужен 4х, у меня 3х и 6х, все хорошо. Юрец, видимо, у вас 2х спрейть просто хочет.
Да, там мне коллиматор перебил. Аирдроп близко, народ, погнали. На 105, вот здесь где-то падает. Вот здесь. Юр, ты носишь лайт-грипп? Да, да. Или мы не рискнем на аир пойти? Я не хочу. Окей, вопросов не имею. Пойду кого-нибудь ебало прострелю. И вернусь обратно. Ну, потому что тут склончик прикольный, как раз пострелять. Я сейчас машину к тебе пригоню. Бустанись там это, Миш, ебать, у тебя там хп очень мало. Ну как мало, ну ты понял, у тебя хп немного, в плане. Ох, блядь, подфризживает, пацаны, пиздец. Я не знаю, что за фризы начались, но походу здесь люди за аирдропом. Ну, судя по тому, что фризы начались, как бы, вы знаете, первый признак фризов это как бы люди. Ну, как бы это очевидно вроде. Фризы, перед нами. Фризы. Так и знал, что мудилы, блядь, приехали. Не, ну чисто ванга, блядь, чё. Они около аирдропа остановились на мотоцикле вроде. Поднимаюсь на горку. С этой скалы должно быть их видно, петушков этих. А где они? Омега Монка. Монка Омега. А, вижу, нашел. Около дропа мотоцикл надо колес пробить. Ну тогда где? Я сейчас тебя пойду. Теперь он хуй сосет. Он туда не уедет, если он там летает. Ну он может тебя из АВМ, типа. В школе расскажешь, какой с АВМ он мне убить может, блять. Он меня не слышал с глушаком. Тут дистанция большая. Бля, скриво выстрелил. Он все еще там? Не стреляет. Еще а, справа где-то. Подожди, это по юрцу стреляли. Я видел откуда, кажется. Ну точнее слышал откуда, не видел. Ну, где-то на 155, но я тоже никого не вижу. Да, так. Примерно так для нас. Короче, буду смотреть на этого, типа. Он, возможно, еще там, но, типа, на мотоцикле точно приехал, вижу. Я слышал. 145 под деревом. А под каким из? Сухим? Я не понимаю, каким деревом, блядь, скажи, я не понимаю, верно? Смотрю на... Смотрю за типом, который за дропом. Два кактуса и следующее выше дерево. Кактусы, блять, это кактусы? Понял, кажется. Самое низкое дерево, короче. Ну, не совсем, не самое низкое, ладно, второе по низости. Вижу, он, бежит. Вон он, побежал. Да у нет. За кронами убегает. А, вижу. Бежал. Петух, блять, ебаный. Как вы думаете, дроп? О, давайте набирать. Дроп точно заложен. Юра, что ты? Давай вот этот дом займем просто и поебать на них пока что. А, дроп. Зона уже такая. Дроп точно заложен. Челики на байке к нему приехали, я слышал. Это просто контришки были, вот эти пидорасы, которые по нам сейчас стреляли. Точнее, он один. Ну, поняли. Восемнадцать живых, все хорошо, играем сейвово. Похуй, что 0 киллов. У нас сейчас все есть, все хорошо. Перед нами. Вижу. Работаем. Третий броник, в шлем дал ему. Сколько? На камешек на 125. Убил. Убил? Убил? А, да, убил. Он сразу умер, все хорошо. На хэд попал. Не, я не в этом плане. В плане того, что он без тиммейтов. Кстати, знакомый ник, не кажется? Я, по-моему, в киллфиде видел, или он нас убил в прошлой катке. Ну нафиг его знает. Ты все равно же. А, он на начале катки убивал людей. Да, на 120. Вижу. На скале. Двое. На скале. Одного нокнул. Ты понимаешь, что деревья не простреливаются? Да. Нокнутого добей.
Чуть левее второй. Над головой пролетело, видел? Чисто лаки. Третий шлем вообще в говно. СЛР-ка. Можешь СЛР-ку брать, если есть время. Вижу, парень. И глушитель ДМР. На 120. За... Короче, чертов палец. Я все понимаю. Не, не очень. Короче, вот здесь. Ну, вижу. Точнее, вот здесь. Он меня пикал, пидорас. Со спины никого. Окей. 85 с левой стороны от скалы. Где сухое дерево? От меня 85, лица левей. Вижу, пикает еще один. Их пушит. Можем один потом принять. Еще они справа его убили. Нас. Они его убили. А, там еще типа вижу. Хитанул, больно. Там надо ногу кого-то забрать. Надо давить, да. ХЗ не попадаю, у меня патроны кончились. Делаю угол. Делаю угол, убиваю. Не, ты не увидишь. Не, попробую. Они за этот заползли. Ты им дали. Блин. От... Можно было отработать, откуда я сам начал. Можно, можно, не повезло, бывает. Просто. Можем вижу. Принять. В дыме, в дыме, в дыме, в дыме уже. Бля, похуй, ладно, поджимаемся в зону. Давайте сначала зону. По мне работает. Слева, так, левее так, смотри, так. Левее дыма. Да, вижу. Да, двое, двое. Двое. Работаем по одному, народ. Ну, ты который бежит. Да, да, да. Да ел. Вижу, вижу. Да, блять, ебать он мансультер, сука ебаная просто. Да блять, заебал. Заебал реально. Справа теперь на 180. Бля, патроном забери с трупа кто-нибудь. Или уже далеко. Далеко. Под МК есть. Еще двое осталось. Справа. Под МК есть. Справа стреляли с 210. Тут. Да, вижу, на 190. Понял. Голова торчит. Юра попал один раз. Еще один на 170. Я вам закрываю обзор всем. Я их обхожу, короче. Я бы хаешь. 3 в 2 остались. 3 в 2 остались, алё. Понял. Да, 3 в 2 остались. Вижу одного, кажется. Я сейчас тебе патронов дам. Забей. Мне хватит на двоих. Минус ФПС просто. 0 ФПС. Я за дальним бегу. С ближним сами разберетесь. Передо мной. Вдвоем с ближним разбирайтесь, я дальним помогу. Или, Миш, мне можно поднять. Я ебал, не даун, забейте. Если я сейчас проебу, это очень тупо будет. Я сейчас пошли инфу давать. Ползите в дым. Инфуйте дым. Дым кто-нибудь. Он выбежал, выбежал. Понял. Он за дымом. Понял, все, разберусь. Прямо перед. Вон. Че у тебя патроны? Нормально хватит. На одного красного. Можешь глушить. Пусть инфу, блядь, не будет давать ему дело. Беги в обратную сторону. Он сейчас тебя здесь будет ждать. Лучше слева. Тайминг. Я, короче, не успел тоже. Тихо. Молю. По шлему дал? Да, да, да. Не, это было тело. Нет. У меня наркелок. Мне 5.